Всем привет, ребята! На связи снова Richmond's Cars. В этот чудесный солнечный день, вы посмотрите, солнышко, зеленые листья, березки наши любимые, да? Для нас, для вас мы подготовили кое-что особенное. Honda Accord 7-го поколения, максимальной комплектации Executive. Так что присаживайтесь поудобнее, начинаем, будет интересно. Классное было время. Может, начнем все сначала? Время так летит, жизнь песочные часы. Собираем по крупицам наши детские мечты. Мы не знаем, что нам делать, не знаем, куда идти. Но я знаю, что однажды сойдутся наши пути. Мы станцуем этот вальс, тот последний школьный вальс. Перед нами целый мир, и он открыт лишь для нас. Что же с нами сейчас? А сейчас... мы просто стали взрослыми. Итак, данный Honda Accord у нас 2005 года выпуска. Как вы уже, наверное, заметили, это дорестайлинговая версия, да? Максимальная комплектация Executive. Посмотрите здесь адаптивные биксеноновые фары, омыватели фар, противотуманки передние и задние, множество хрома, разбирается, да, решетка тоже Executive. Вот, помимо стандартного заводского оснащения, тут также такие легкие доработки со вкусом, да, произведены. Посмотрите на эти оригинальные колеса Enkel Tuning Made in Japan, японские оригинальные колеса, новая летняя резина R17. Так, предлагаю переместиться в салон. Да, обратите внимание, хромированные ручки, да. По салону, значит, 4 электростеклоподъемника, электропривод боковых зеркал, электрообогрев боковых зеркал, кожаный салон, электроприводы передних сидений, система ВСА, она же ESP. Обратите внимание, руль установлен от Honda Civic, а установлен, знаете, для чего? Потому что здесь имеются подрулевые лепестки переключения передач. Вот, они прописаны, настроены, работают. Также подогрев передних сидений. Мультимедиа-система на андроиде современная, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультикожный руль, люк на крыше. Давайте задний ряд продемонстрируем. Смотрите, давайте. Задний центральный подлокотник. Автомобилю, да, представляете, 7-го поколения, с 2005 года, да, это 19 лет в том поколении, или даже 20, да, с 2004, возможно, пошло, да. Посмотрите, как выглядит машина сейчас, в 2024 году, как внешне, так и по салону. Посмотрите просто на этот дизайн, да, как выглядят фары, смотрите. Задние парктроники, кстати говоря, имеются. Давайте покажем, так, ради любопытства, да, багажник. Он здесь весьма просторный, вместительный. Обратите внимание, кстати, провода проведены под усилитель и сабвуфер. Так что можно купить, поставить и наслаждаться музыкой. Двухствольный выхлоп. Еще вот чуть позже мы погазуем. Или даже давайте сейчас, да? Зачем откладывать на потом? Правда, микрофон. Давайте. Давайте послушаем. Давайте покажем задний ряд еще с правой стороны. Обратите внимание, да, какое качество материалов, да, данному экземпляру 19 лет, ребята, 19, уже практически 20, и посмотрите, в каком состоянии кожа, да. Давайте передний ряд покажем, электроприводы передних сидений, в том числе и переднего правого пассажирского, да, обратите внимание, да, дизайн просто
восхищает и завораживает. Вы просто посмотрите, как он выглядит, да? Предлагаю открыть капот, покажем, что под капотом. Итак, под капотом у нас легендарный, проверенный временем, десятилетиями, 2.4 бензиновый мотор, классическая рядная четверка с системой iTech, знаменитый, легендарный, не нуждающийся в представлениях. Это система по изменению фаз газораспределительного механизма, да, которая сдвигает валы вверх и вниз. Посмотрите, в каком состоянии сохранились стаканы. Данный экземпляр в отличнейшем, в том числе и техническом состоянии, да. Повторюсь, близок к музейному экспонату. Ну что, предлагаю переместиться в салон и более подробно поговорим по комплектации. Итак, мы оказались в салоне нашего автомобиля Honda Accord 7-го поколения. Сразу хочется сказать, эргономика у автомобиля великолепная, да. То есть у меня рост 189 сантиметров. Места хватает как в высоту, так и в ширину. До правой двери не дотянуться. Приходится вот так, да, соответственно, делать. По комплектации давайте еще раз пройдемся. Двухзонный климат-контроль, современное головное устройство на андроиде со множеством опций, да, очень интересных, да, тут и радио, и Bluetooth, и музыка, и видео, и прочее. Произведен также тюнинг, здесь установлен руль от Honda Civic, установлен он для той цели, да, что здесь и подрулевые лепестки переключения передач, вот, они настроены, работают, передачи переключают как вверх, так и вниз. Что еще? Передний стиральный подлокотник, задний стиральный подлокотник. Как мы уже говорили, кожаный салон. И обратите внимание, данного экземпляра 19 лет. Посмотрите, как сохранились, да, материалы салона. Следы износа, то есть минимальные. Подогревы передних сидений, подогревы боковых зеркал заднего стекла, автозатемнение зеркала заднего вида, люк, смотрите, да, вот. Шумоизоляция у данного автомобиля, ну, у данного конкретного экземпляра здесь еще дополнительная шумоизоляция, и здесь тишина очень высокого уровня. Ну что, предлагаю перевести коробку передач в положение драйв и проехаться. Да, фирменный такой рывок присутствует, да, то есть к педали газа только прикасаешься, машина же вздрагивает такая, знаете, очень резкая педаль газа, очень, ну, прибавляют эмоций. Вообще, седьмые аккорды, хочется отметить, да, они легендарны, их любят уже десятилетия, да, они ценятся больше восьмых, про девятые вообще молчу, да, то есть автомобиль поистине драйверский, вот рулежка очень острая и такая картинговая. Хорошо. Повороты проходить, перестраиваться, шашковать — одно удовольствие на седьмом аккорде. Динамика очень бодрая у автомобиля. Рулежка превосходная. И все здесь в салоне, все под рукой, да, соответственно, вот коробка передач, руль, аварийка, вот все находится, вот даже с закрытыми глазами можно легко догадаться интуитивно, где что, да. Вот. То есть нет такого, как в современных там китайцах, какой-нибудь Haval Jolly, он садишься и в менюшке там 3 минуты роешься, так, где здесь климат, там, как Bluetooth настроить и прочее, да. То есть здесь, а, да-да-да, аварийку там на потолке где-нибудь искать, да, и прочее, да. То есть здесь этот обзор, он еще, знаете, такой ностальгический, да, здесь мы отдаем дань и хвалу автомобилестроению, да, 90-х и 2000-х годов, когда автомобили строили инженеры, да, не только маркетологи, да, вот. То есть здесь много инженерных каких-то идей, решений, да, вот как система iTech, там, да, вот.
подвеска, здесь столько рычагов, что вообще тут на задние колеса, там, по-моему, по 4-5 рычагов на каждое. То есть такая довольно сложная подвеска. Вот. Но все это дает такой неповторимый комфорт, да, вот, и спортивную такую харизму. То есть, и, конечно, очень приятно, когда в руки попадают, да, настолько музейно сохранившиеся, да, вот, музейные экспонаты. Данный экземпляр, он достоин, действительно, то есть, находиться там в автомузее, там, и можно возить его по автовыставкам, да. И сейчас летом, да, просто посмотреть, это такой кайф, да, когда есть люк, можно открыть его, да, посмотреть там на солнышко, на деревья. Детям этому очень нравится, когда везете своих детей сзади, да, они смотрят, радуются, говорят: папа там или мама, открой люк. Это, ну, в принципе, здорово жить и получать какие-то позитивные эмоции. И этот автомобиль их и дает. И машина, да, вот, очень компромиссная, то есть подходит как для семьи, для семейной эксплуатации, то есть для парней, для мужчин, для девушек, для женщин, да, вот. Давайте сейчас вот прямик, да, смотрите, медленная скорость, покажите, даем газ в пол, да, смотрите. Едет Аккорд очень бодро. Ну и данный экземпляр, напомню, да. Так, тормозим. Тормоза тоже хорошие. Данный экземпляр, повторюсь, да, он имеет некоторые легкие доработки, да, то есть тут удалены катализаторы, чип-тюнинг сделан. Колеса Энкель 17-е. Также подвеска здесь модула, да, с легким занижением. Но все эти доработки здесь сделаны тонко, незаметно и со вкусом, да, то есть никакого здесь колхозного такого, знаете, тюнинга, каких-то надписей, там, Super World Racing, там, Championship, вот, никаких китайских дисков, да. Даже руль, повторюсь, он здесь стоит от Civic ради подрулевых лепестков переключения передач, лишь для этой цели. Потому что, напомню, с завода, да, на седьмых Аккордов никогда не было лепестков переключения передач. Очень крутая машина. Классная эпоха, ребята, да. Нам с вами, слава богу, еще выпала честь, да, так сказать, прикасаться, да, к таким автомобилям, да. Потому что лет через 5, через 10 все уже будут одни электромобили, да, уже про атмосферники будем, не знаю, там. Не знаю, из роликов там или от дедушек там будем по рассказам, да, там слышать. Крутая эпоха, крутые машины. Так что используйте свой шанс, да, так сказать. И эта машина, кстати говоря, в продаже. Можете взять ее, да, вот, почувствовать это все, покататься, понаслаждаться. Будет, что потом в старости детям и внукам порассказывать про автомобили 90-х и 2000-х годов. Потому что сейчас уже все, уже китайский автопром, Хавалы, Черри, там, Ксиды, Чанганы там и прочее там, да. Так что седьмой Аккорд очень драйверский автомобиль. Ну что, настало время подводить итоги. Пройдемте на улицу, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, настало время подвести итоги. Что хочется сказать, что Honda Accord 7-го поколения – это воистину легендарный автомобиль, легендарное поколение, которое уже на протяжении десятков лет, да, уже 20 лет этого поколения, да, имеет множество поклонников и фанатов, да. Вот. Слава Богу, да, что есть люди, которые ценят их, которые заботятся о них, да. И благодаря ним, в том числе, этим людям, да, сохраняются такие вот воистину музейные фолианты, как данный экземпляр, да.
Хочется сказать также, что автомобиль обладает, да, уникальной японской надежностью и долговечностью, да, и моторы 2,4 литра, да, классический гидротрансформаторный автомат, подвеска, все узлы и агрегаты надежные, долговечные, ходят долго, не доставляют хлопот. Понятное дело, что любой автомобиль, да, с пробегом, тем более возрастной, да, требуется периодически обслуживать, да. Но в случае аккордов, да, в том числе и седьмых, да, это не напряжное, так сказать, занятие, да, это не там Porsche Cayenne Turbo 20-летний, да, поддерживать в состоянии достойном. Посмотрите, который раз уже скажу, на этот дизайн, да, 20 лет автомобилю, в том поколении, да, и как он выглядит сейчас, здесь, в 2024 году, до сих пор выглядит актуально, вот, свежо, харизматично. Посмотрите, какая красивая машина. Ну и, кстати говоря, скажу вам по секрету, данный Аккорд продается. Ссылки на объявления будут в описании под видео, сможете перейти по ним, посмотреть фотографии, посмотреть видеоролики, будут контакты продавца, сможете звонить с ним, договориться о встрече, провести тест-драйв, ну и приобрести данный автомобиль. Так что подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми, родственниками, ставьте лайки, пишите комментарии. Стараемся для вас. Дальше будет еще интереснее. До встречи, дорогие друзья.